Как отмечает Павел Фокин, министр социального развития Пермского края, получить денежное подспорье при сборе ребенка в школу можно при наличии определенных документов. У нас немножко изменились подходы с точки зрения определения нуждаемости, но так или иначе на эту помощь могут претендовать все семьи, у которые получили справку о малоимущности до 1 января 2023 года. Все с действующими справками, плюс все, кто получил статус семьи, которая нуждается в материальной поддержке, получается, ну вот за эти полгода. Выплата назначается автоматически, это очень важно, мы специально упростили порядок. Мы видим все семьи, у которых соответствующий присвоен статус или есть низкий уровень дохода. У нас таких семей порядка 40 тысяч. Добавим, выплаты уже перечисляются. Кроме этой поддержки, семьи могут рассчитывать и на другие социальные меры, реализуемые в Пермском крае. Узнать все подробности можно в социальной защите населения, а также на сайте Министерства социального развития Прикамья.